Всем здорово, друзья! В этом видео я продолжаю играть за Джакса в боевой лиге. И в этот раз никто не помешает нам дойти до последнего звания Старший Бог. В Mortal Kombat Старший Бог имеет некое значение, ибо не все смогут дойти до данного звания. Что ж, подобрал для вас лучшие матчи до этого пути, которые я сумел отобрать. Как всегда, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и всем приятного просмотра. Старший Бог, друзья, смотрите, за него 84 очка дают Джорданио. Весай, спасибо, ВК, или в Телеграм, кидай, посмотрю, интересно даже глянуть. Ой-ой-ой, вот Джорданио будет сложно победить. Так, ладно, давайте, ребята, чуть-чуть помолчим, сконцентрируемся. Победа над вот этим соперником даст 84 очка, которые очень нужны. Миша, йоу, Миша, привет, как дела? Миша Джан. Баньку сходил сегодня, Миша? Соник Фокс. Глубокая заморозка. Так, ползучий лед, окей. Понял? Так, стоп. Он меня удивить пытается? Это что такое? Прыгай. Нет, он не прыгнул. Здорово, ой, маэстро, привет. Привет, ребята, всем привет, с Рождеством вас, дорогие зрители. Ай-яй-яй, дропнул. Понял. У него глубоко... Блин, обалдеть, да. Понял, окей. Так, ладно. Надо сосредоточиться, подождите. Он зарядил КБ на слайде. Есть! Есть, он нажал. Я так и думал, что он нажмет, друзья. Так и думал. Хорошо. Хорошо. Так и думал, что нажмет. Он хотел, он не терпел. Это был, я это сразу заметил еще до Fatal Blow, он полез. И ошибся. Не забывайте, у меня персонаж тоже хорошим камбэк потенциалом. Куда ты сидишь, дружище? Куда? Нет. Матчпоинт. У него 15 стрик, кстати. Ай-яй-яй. О, хорошо. О, подарки, Джорданио. Я удивлен, ты же старший бог. Что за подарки? Ну? Не-не, все, GG.
О! Ой-ой-ой! Джорданио! Что случилось, братишка? Как же так? Как же так? Не попёрло. Не... Рейтинг понижен. Вот это твой рейтинг, Джорданио. Бог. Бог хорошо. Старший бог пока рановато, дружище. Пока рановато. Ошибки детские. Учитывая, что ты играешь на сабе. Не нажимать на вейкапе против Джакса. Извини меня, а что ты хотел? Джиджи. Джиджи. Уинди. Блин, вот это сильный игрок. Это очень сильный игрок. Еще и за Синдел. Тоже очень неприятный матчап для Джакса. Ну да. О-о-о-о! Вот это еще хуже. Арен Кратос, good luck. Good luck, спасибо. Это не я, если что. Спасибо, бро, спасибо. Так, ладно. Вот здесь помолчим немного. Вот этот парень очень хорошо играет, и он еще и этот... Зафуджина, то есть это, ну, один из худших матчапов Джакса, поэтому... Давайте сосредоточимся. Аргон, привет! Аргон, здравствуй, дружище, спасибо большое. Так, тихо. Не наказал. И он тоже, кстати. Блин, Дакуэс, хорош! Не читал я это. Очень опасно против Джакса это делать, конечно. Но он рискнул, и это принесет. Да, это принесло ему победу, этот Дакуэс принес. Ладно, я просто не ожидал, что он будет сейчас делать это. Это было очень опасно, но ладно. Марк, спасибо. Спасибо, Марк, большое. Найс. Пускай. А, понял. Королис, привет! Привет! Блин, потный матч, погодите. Очень потно. Бэкдэш на вики. Плохо дело. Да, очень плохо. Что же здесь можно сделать? Здесь одна идейка, но я не знаю, смогу реализовать.
Your soul is mine. Не, мы не успели. Этот тебе Гер вышел до того, как Грим пришел в ЦГ. Но просто сам факт. Приятно. Блин, прочитал. Спасибо, Марк, спасибо. Lightning. Привет, Арман, расскажи, как научиться дышать легко, играть без нервов, плиз, нигде. Спасибо большое, бро. Сейчас отвечу, погоди, доиграю, я отвечу, ну все. Давай. Найс. Блин, он все равно читает. О! Сжигает все. Блин, все равно еще дофига урона надо нанести. Ой, жесть. У меня про себя было в голове на тот момент, типа, плиз, дрель не добей, плиз, дрель не добей. Не рвется. Матчпоинт! Вот это да, вот это было жестко. Вот ради таких матчей мы и любим МК. Вот ради таких. Это было жестко. GGS, Винди. GGS.
Вот это было круто. Ребята, за такие матчи ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я только что его понизил. Почему он старший бог? Кто-то... Нет, он... А! Он бог! Это у него рамка старшего бога сохранилась. Окей, второй жетон тратит сейчас таджик. Второй жетон. Минус вебка? Почему минус вебка, друзья? Нет, вебку я зарядил. Это точно. Во сколько лет ты начал играть в МК? Слушай, на каком уровне? С МК я познакомился в детстве еще, когда мне было 6. 7, 8, вот где-то так. А вот играть... Играть начал где-то вот нормально, именно с 9 части, это вот 11 лет мне было. Погнали, таджик. Как он дотянулся? Без дэша. Угу. Не получается комбить. Есть советы? Бери Джакса. Мастер по захватам. Там комбо нету. Главное, дровосека не бери. Можно заменить его. Бросать вперед, хорошо. Во сколько лет ты начал играть за Джакса? Сегодня лет. Угу. Надо оверхеды тоже использовать. Оверхеды. У меня есть. О, Юрчик. Спасибо большое, родной. Спасибо. Очень неожиданно. Подгон, подгон прям. Добро пожаловать, ребята. Поприветствуем Дубасика в чате. Так. Ой, хорошо. На тебе 60 рублей. Спасибо большое, брат. Ой-ой-ой. Вот так! Вот так! Таджик, дружище! О, подожди, ты жив? Нет, все. Вот так вот. Вот так. Ну что могу сказать, ребята? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Я знал, что я попаду через этот фотоблоу, иначе бы я не нажал. Вот так вот бывает, друзья, вот так. Так. Давай, давай, комби. Блин, смотрите, он с антиэйра как комбит. 360, ну ладно. О, с огнем играл. Сайбервульф. Йоу, Сайбервульф. Сейчас, погоди, доиграю. Блин, я вообще ничего не прочитал. Пытался захваты прочитать 2-3 раза, не получилось. Пытался удары, тоже не получилось. Йоу, Сайбервульф. Серега, тебе тоже спасибо большое. Второй алерт пришел. Хорошо защищается, ладно. Thank you.
Это раунд. Это раунд. Не сдаваем, не сдаемся, не сдаемся. Пока хп есть, сдаваться нельзя. А! Не повезло, хотел КБ. Ладно, мне надо пассивнее сыграть, друзья. Шалкан требует этого. Потому что он играет через ряды. А в таком случае мне нужна более пассивная игра, чтобы по реварду выиграть. Да ладно! Скомбил. Я это не нажимал. Я это не нажимал. Но я знаю свои ошибки, ладно, ничего. Сейчас. Здесь проблема, что он играет через читки, и когда он читает меня, наносит большой урон. Значит, надо минимизировать это. Все, понял. Вот так. Вечно читать не получится. Это закон Mortal Kombat. Все, теперь аккуратно. Домой. Переиграно. Good game. Фрат. 40 очков за этого парня. Неплохо. Нормально прибавил? Думаешь, Алекс? Мне кажется, мало очень. Я наоборот думаю, за почти 3 года что-то я совсем очень мало, конечно, набрал. Ну, я просто не в том направлении развивался. Все, теперь это изменится в новом году. Ожидайте 50 тысяч. Будет подписчиков много. Видите, по Джаксу попадает. А, хорош.
Иногда можно, друзья, это делать. Да, это наказывается, но почему бы и... Оп. Так. Ого! Ничего себе разводочка. Вперед один, бэкдэш, вперед... Вау, ладно, красиво. Хорошо, но эту развод... Ну... Да, гарантия. Надо было в бросок идти. Ну, кто знал. Вау! Этот парень хорош. You are under arrest. Да, он знает, слушай, что по Джаксу попадает. Он не просто так использует эту серию. Дилан, йоу, спасибо за подарочную подписку, Дилан, hello, привет, дружище. Блин, ладно, вот этот парень хорош, прям реально хорош. Да КС, ничего. Воу-воу-воу-воу! Подожди, вот этот парень. Я дурак. Я так ошибся жестко. Так, блин, этого парня явно недооценивали. Сложные техники используют. Я не захват там делал на самом деле в конце. Делал вперед два захват, но тайминг неправильно рассчитал. Мне кажется, сработало бы. Ладно, сейчас. Ладно. Мать жизни играет, окей, понял. Блин, он мать жизни играет. Без конфермов, я его переоценил.
Жесть! Блин, он стагерит, да. Я его явно переоценил, друзья. Делает уже все. Он пошел фейковый став. Буквально один матч. Если я этот выиграю, все, я смогу его выиграть. Я уже понял. Но выиграть бы. Да, все. 1-1. Я понял, что он делает. Все. Он, конечно, хорош. Но... После, признаемся честно, в конце, когда он уже... начал сыпаться, он уже от души играл. Вы понимаете, что это означает? От души. Когда ты уже... Ну, пытаешься рисковать, жать все подряд, лишь бы выиграть. Это вот называется от души. Сейчас. За такое можно наказывать. Угу. Да, поплыл, поплыл он. Я это сразу понял. Да, да, да. Матч поинт. Да, 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 да. Все. Я вам сказал. Я не врал. Я в предыдущей игре сказал, если выиграю ее, следующую выиграю. Я понял. Но в начале он держался очень хорошо. Он играл правильно в начале. Играл правильно. Так, как должен играть Лао. Но потом включил режим психопата, мясника. Он потом включил типичного Кунг Лао. Это ошибка. За это был наказан. Спасибо за игру. Другой игрок уже. 21 Lightning Rod. Ну и чего делать с этим читером? Да ничего там не сделать, друзья. Просто надеяться, что он не попадется, и все, и мы дойдем до старшего бога. Несмотря на этого читера. Гачи, если медленно бить, удары заканчиваются. Что происходит, друзья? Что это за раунд? Одни победы, остата хуже, парадокс. Таков путь, друзья. Таков путь.
Блин, я все равно. Я даже задержанный сделал, он все равно дал апперкот. То есть он не смотрел по ситуации вообще. Попадет, не попадет, он просто дал апперкот. За метром не следит, окей. Это Кратос Блоу, он попадает всегда. Только на канале Арен Кратос такие Кратос Блоу. Оу е. Телепорт. Где телепорт? Алло. Yo, Ройтер. Hello, how are you? Часть теми занеси, и больше он тебе не попадется. Да это чепуха, так не работает. Хорошая контратака. Дом идет. Да, здесь дэш не нажался. Поэтому он меня здесь апперкотом сумел задеть. Да блин! Тихо. Ай-яй. Последний шанс. Да, он меня здесь выиграл. Очень много я ошибался. Есть идея. Я не знаю, что у него в голове. Угу. Прочитано. Wake up button с расстояния? Так, то, что нужно. Да, я это и хотел.
Я это и хотел, дружище! Чтобы ты дал мне фотоблоу, который против Рейдена работает как часы. Так, погоди. Да, вот. Я это и хотел. GG. Конечно, друзья. У него 32%. Фотоблоу Джакса останавливает любую опцию Рейдена. Projectile, молния, телепорт. Даже вот палка Дё тоже останавливается. Фух, вот это матчи получились, наконец-то. Вот такие игры получились за Джакса. И хотя читеры нам во многом помешали, мы это в расчет не берем. Если вам понравилось видео, друзья, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И всем пока-пока.